78 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Югре за прошедшие сутки. В Сургуте 21 новый заболевший, в Ханты-Мансийске 15, в Нижневартовске 11, в Нягане 9, еще в 4 муниципалитетах 6 и менее заболевших. На момент выявления у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония. За сутки на COVID-19 обследовано 756 человек, а с начала пандемии уже более 1,5 миллиона. За сутки умер один человек с подтвержденным коронавирусом, вылечились 80 человек.